Всех приветствую, мои родные, любимые и сердцу моему дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всякого блага во все сферы вашей жизни. У нас с вами сегодня ролик, который называется «Предание» или «Передание», как вы видите, я так его назвал. Это можно сказать продолжение и итог и кое-что еще я хочу доформулировать в этом видео Прошло, прошлое вот это видео бредание было тоже в свою очередь вторым роликом где из серии, а я говорю вам да вам написано в Библии, а я говорю вам, вы надеюсь его тоже помните. Я вам рекомендую прежде чем этот ролик смотреть те два видео тоже посмотреть. Вот такой вот значок. Ну, в принципе, все они собраны в плейлисте на моем канале «Учителя, наставники, апостолы, проповедники». Есть такой плейлист, где все, что, как вы понимаете, с этим связано, я разговариваю. Но в 2020 году, в новом году, так скажем, я записал такую мини-серию. То есть, значки я вам специально показываю, чтобы можно было узнать. Ну, и на, по поиску на канале всегда можно найти эти видео. Это называется «Вам сказано в писании, а я говорю вам» этот бредание, предания человеческие. И вот сегодня мы с вами, вы смотрите, я говорю ролик о передании. Начнем прежде всего в прошлом видео. Я совершил некую ошибку. Я, как всегда, уже не раз даже публично показывал свое покаяние. Если я в чем-то неправ, заблудился, ошибся, я всегда это признаю, все скажу. И вот еще тогда, когда я готовил материал по, вы помните, Иоанну Златоусту, да, по сборнику. Вы знаете, я пока днем сидел готов, я же все равно готовлюсь к этим роликам. Я вам много раз говорил, хоть я и говорю тоже, что я не готовлюсь. Ну, по-разному бывает. Или я это зачастую просто не придаю там такому значения. Конечно же, я готовлюсь. И когда я вам... Ну, на некий сайт зашел, вы помните, я еще когда сидел, меня смущало, и что я что-то не так говорю и в этом ролике, когда я говорил, я сразу сказал, кто найдет мою ошибку, скажите мне. Но после того, как я записал ролик, сам Господь мне положил на сердце э, в том, в чем я ошибся. И я еще раз внимательно уже посмотрел, то ли у меня голова в тот день не варила. Ну и на сайте я вам сейчас покажу, как было написано, что меня смутило. Ну, я с себя вины не снимаю, мог бы смекалку включить, но что-то голова совсем... Я чувствую, что что-то не так, но сказать... Не могу, да? Во-первых, я маленькую предысторию расскажу. Вы знаете, я короткий ролик писать не умею. Я уже давно на этом забил. Вы знаете, я открыл новый канал «Христолюб. Избранная». Ссылка всегда есть в описании. Найдете его. И... Там мы, мне помогают сестры, братья резать, вот как раз, так скажем, отрывочки из моих проповедей, из моих чтений и писаний. И туда я стал это все выкладывать. А здесь теперь я еще больше после этого канала расслабился. И теперь у меня пошел формат двухчасовых видео. Ну, вот такой я. Я такой, какой я есть в этом плане, что я хочу раскрывать себя. Я, конечно, учусь у разных тоже людей, что лучше цепляю подражаю в себе, взращиваю, что-то я практикую, в чем-то пытаюсь меняться, но если это не мое, я это отодвигаю. Все, что мое, все, что мне по духу пришлось, я чувствую, что просто мне кто-то дал волшебного пенделя, показал пример. Я с радостью принимаю и взращиваю это, совершенствуюсь в этом. И так что, да. И я вам хочу рассказать историю. Еще самую первую свою большую книгу, которую я прочитал, это был роман. Это был роман, я читал. Я учился в строительном университете в городе Воронеж, и, который закончил. И когда я учился, и сразу работал все пять лет. Ну, понятно, как студент иногда приходил, уходил с разных работ. Работы, в принципе, все были, так скажем, взрослые, полноценные. Вот. И я сам себя содержал, старался да, максимально. И, естественно, ну, там по сессию приходилось порой даже увольняться, потом опять искать где-то работу, что-то. Я работал на заводе, уже на очередном, на стекольном производили там бутылки. И я был засыпщиком шихты сначала, потом стекловаром. И я прочитал роман. Откуда то мне попался, или я его просто нашел на этом заводе книжку. Это была вот такая. У меня ни одной книжки нет, чтобы вам даже пример показать. Это была... Я еще тогда запомнил. И когда я ее прочитал с таким упоением, я так удивился. Вы знаете, я тогда почувствовал вкус книги, наверное. Ну, Я вообще не понимаю, зачем в школе детей заставляют читать там «Войну и мир» Толстого. Да лучше бы рассказали, как Толстой животных любил и проповедовал вегетарианство в неубийстве всего живого на земле и любви к этому же всего живого на земле. Ну, что в школе можно понять из войны и мир? Любовную историю. Школьникам еще далеко до этого. Патриотические перипетии, все эти забавы. Ну, кому надо в 15 лет, какой патриотизм? В 13, в 14? Кто во сколько? Я в 16 закончил школу. Ну, пусть в 10 мне было 14, да. Ну, кому это все? 14-15. Да и в 9 что читали-то? Ты рано читать такие вещи. И вот этот роман я прочел действительно сам, меня же никто не заставлял, да. Вот. В школе я очень мало и плохо читал, так скажем. Ну, не плохо читал, а мало читал, да. Читал я нормально. Плохо, в смысле, задавали все. Это я редко что читал, да, плохо учился, так скажем, в этом плане. Человек, когда возрастает, приходит время. Я, я вот именно, кстати, в эти институтские годы, вне классного чтения, я был в техническом вузе, а меня потянуло в гуманитарий. Я понял, что поступил я не туда, хотя с техническим меня тоже более-менее. И, пожалуйста, сам хвалюсь, что в цифире хорошо разбираюсь. Но тут дело не в том, что я не разбираюсь, я просто не включил смекалку, и меня с панталыку сбил немножко информации на сайте. Сейчас я ее покажу. Мы к ней вернемся, которую в прошлый раз смотрели. И тогда я вот запомнил, это обычная книга стандартного формата, больше опятого, это я даже не знаю, как там правильно называются эти книжные форматы, я ее прочитал. Я запомнил, что это роман был, по-моему, в двух частях. Каждый где-то по 500 страниц. Я помню, запомнил, что ты больше тысячи был, Там 1050, 1100, неважно. Ну, за тысячу было перевально, так скажем, да, цифры. Она мне запомнилась, поэтому я понял, что вот такая книжка где-то, да, вот такой толщины и там, вот такого вот там формата, это где-то вот тысячу страниц. И я ее осилил, прочитал достаточно быстро. В голове рисовались у меня разные картины. Я тогда понял, чем... Естественно, уже же телевизоры были, я человек ну, можно сказать, цифровых технологий, хотя в мое время еще были ламповые телевизоры, когда мне было 16 там, лет, 14, 15, 20 даже. И я понял, что когда ты читаешь книгу, ты много чего дорисовываешь, потому что читаешь, и читать это все, что слушать, да, то есть у тебя только внутренние глаза, так скажем, работают, воображение, ты же ничего этими глазами не видишь, ну понятно, то, что ты читаешь, рисует тебе якобы то, что тебе пытается нарисовать автор, но у тебя столько оставляется поле для фантазии, чего, конечно, то же самое видео, если ты изображение уже смотришь, тебя как бы убирают эти фантазии, тебе много еще показывает, ты как бы говоришь, не имеешь права дорисовывать, да, дописывать. Я понял, что я на самом деле каким у автора в голове был, там главный герой, главное это героиня, между которыми этот роман был, да. Я понимал, что их внешность, хоть она там как-то была описана, но все равно это только я вижу этих людей в 3D, я вижу ими таким, как я, какими вид их авторы, и тогда стал задумываться, я не знаю. То, что воспринимаю я, написанное автором и книга является посредником. И то, как думал автор, я понимаю, что это разные вещи. Я сегодня не просто так это рассказываю. О передании мы с вами, да, сегодня говорим. Предание, предание, слово передать, передает. Что такое предание, надеюсь, вы понимаете, да? Вот. Это по поводу формата, но в принципе я вам эту мысль не зря сейчас сказал, поэтому к этому роману и к своему воспоминанию юности я и к опыту, что я люблю делать, не зря обратился. Библия, которую я купил, кто помнит, когда Господь мне явно это сказал при явлении мне 10 лет тому назад в некой учебной аудитории по курсам народной медицины, сказал мне купить Библию, я купил. Эта книга была точно такого же формата. С точно таким же количеством приблизительно страниц, да. У меня ее нет, я ее через 5 лет, по-моему, где-то пожертвовал. Отдал, еще, по-моему, в храме я ее там в пузево что ли оставил или кому-то подарил. Я, честно, я ее куда-то уж не пытался деть, потому что я купил электронную книгу, как я рассказывал много раз. В нее закачал всю библиотеку, какую только можно, литературы христианской и не только, да. И все это изучал, много слушать аудиокниг стал. Поэтому у меня бумажных вариантов просто нет. И я в прошлый раз в этом вот э, видео, которое вы тоже, я надеюсь, смотрели, нет, посмотрите «Бредание», я совершил такие небольшие, я подсчеты делал, да, вы помните, там все перевод... пытался перевести в разные форматы. Кто помнит, я показывал вот такое свое издание, которое я делал специально тоже в онлайн издательстве Либера, по-моему, оно называется. Вот. Я слышу, потому что оно было тоже, так скажем, уникальным. Оно другого формата. Тут огроменные поля. Я еще тогда их спрашивал, почему такие большие поля. Потому что могла быть еще тоньше. Я хотел, чтобы она была максимально тоненькая. Да? Количество страниц это и на бы деньгах отражалось, за сколько ты ее заказываешь, потому что они очень дорогие получаются. Вот, чтобы хоть кому-то можно было раздавать, дарить. И, ну, там книга, вот эта брошюрка, там что-то от 150 рублей. Все, 10 экземпляров, полторы тысячи, где я буду такие деньги брать, да. Это кажется 150, что там деньги, но это когда одну, да, а когда ты захочешь их раздавать. Это очень дорого получается. Вот, и я провел совершенно неправильные подсчеты. но это суть того ролика не поменял, поэтому в плане ролика мне духовного и того, что я вас небесного хлеба питал в том ролике мне поправляться нечего, все, в принципе, остается. Причем я ошибся, получается, в обе стороны, и, как говорится, общий результат оказался положительным, да. Вот, я не буду вам напоминать прошлые почет, вы помните, да. Давайте обратимся опять на тот сайт и посмотрим. Вы видите, просто здесь же шаблоны, заполняет их, естественно, оператор там этого интернет-магазина. Естественно, он когда заполняет, он не может поменять единственное число на множественное. Ведь это сборник Иоанна Златоуст, это сборник из 12 томов. А что здесь написано? Размер книги. Я думаю, так, ну хорошо, размер книги. Количество страниц 11440. Я еще когда первый раз читал, думаю, так, это всего, как, ну как может быть... Количество страниц, они что, все тома сложили? И, ну, вообще-то пишут, наверное, на одной книге. Переплет твердый, вы помните, бумага газетная, шрифт русский. Вес книги, заметьте, как написано, вес книги 12,5 тысяч грамм. 12,5 тысяч грамм, вы понимаете, тысяча грамм в килограмме, это 12,5 килограмм. И видите, я тогда читал, видимо, ну, я говорю, я же тоже обо всем думаю, некоторые вещи считаешь неважными, видно, вот так я готовился. Я сижу, явно туп, тупил я вообще в обед нереально, хотя это был обед, вот как и сейчас, я записываюсь в три дня, чуть-чуть подготовился, что-то открываю там. Я говорю, эти ролики тоже не так просто писать, как всем кажется, ты к ним готовишься, что-то открываешь, что-то вспоминаешь, что-то доделаешь, какую-то картинку делаешь, что-то рисуешь. Год издания 2017, тираж 3000, вы помните. И вот это вот вес книги меня избил, хотя что я туплю сижу, ну как вес, как одна книга, вы знаете, 12,5 килограмм. И я сижу, туплю, я никак не догоню, что, ну, конечно же, оператор же не мог здесь написать вес книг. И он не может тут. У них есть шаблон, который оператор. Причем, возможно, админ-панель сайта, она вся другая. Он просто вбивает в классические строчки, да. Ну, конечно, если сайт сделан суперский, там могли его разработать, что ты можешь поменять, что если это собрание книг, ты выбираешь сначала вес, собра... вес собрания книг или полного собрания книг и указываешь конкретный вес. То есть менять не только э, вес той книги или книг, которые ты продаешь и кто-то будет заказывать, но и можешь менять, так скажем, константы, слова, да, размер книги, да, количество страниц, собрание книг. Или просто книги, да? Ну, так сделан сайт, оператор позаполнял, и вот это вот вес книги одной меня сбил с панталуку. Я, я, видимо, или я просто не, понимаете, это я потом прочитал 2500. А как это обычно? Мы же, мы же видим то, что мы хотим видеть. Я читаю, мне, может быть, показалось 1200, ну, килограмм. Кто знает, книги очень тяжелые, это обычное дерево, можно сказать, потому что бумага сделана из древесины. Я, я мог и не обратить, что это там, в чит, мне, думаете, интересовал вес книги? мне интересовали страницы, вы же помните. Я мог на это, это я сейчас так говорю, точно, тогда я мог и не обратить, естественно, меня, меня не интересовал вес книги, я, естественно, мне нужна была только информация, сколько страниц эти, эти 12 томов, вот, и я просто не стал вдумываться, так скажем, думаю, ну ладно, да. Ну и понятно, что количество страниц 11,5 тысяч не могло быть одна книга. Более того, вы видите, внизу -то есть картинка. Кстати, на картинке вот открыто, видим, один том. Он открыт, мы видим, практически пополам по размеру книги, да. И, и, естественно, мы видим, тут хоть и размыто, качество не очень, но там 560, 540 и 541 страница. Ну, то есть, видите, когда мне надо было, я разобрался и все увидел. И я потом сижу, думаю, что я тупил, правда, но ну, у меня же была Библия. Ну, я же прекрасно понимаю, что любая, и вот этот роман, я всегда, он мне почему в памяти засел. Я, это как моя первая, знаете, книга была, действительно, по-настоящему. Сами мне, получается, тогда было, это, по-моему, второй курс был или даже первый. Ну, короче, мне около 17, 17. ну, я поступил, я закончил школу в 16. Я же уникум. На самом деле, я был совсем... Ну, как, я не дурак. Я учился, у меня с поведением были проблемы, да. А поведение мое отражалось на оценках, вот. Ну, и я учил то, что мне нравилось. В этом я был отличный. У меня либо 5, либо 2 у меня, вот, можно сказать, так было. Хотя, понятно, тройки-четверки были. Но, действительно, если мне нравилось, если хороший преподаватель мог заинтересовать и красиво показать и быстро и качественно я понимал этот предмет если преподаватель был да не любящий детей не любящий походу уже то чем он занимается еще и и, осужда, и еще судящий детей по сути, мы дети, вместо знания за поведение, надо было за поведение отдельно ставить, пусть даже на твоем уроке, пусть два, пусть классные передавать, но судить отдельно, да, а за знание отдельно. Многие так не могли делать, это, к сожалению, печально. Вот. Хотя, может, это и я не буду сейчас уже говорить, правильно это неправильно, я вообще против такой схоластической, в принципе, против такой схоластической вот этой школьной системы образования, вообще оценивание вот этого, я считаю, это все ерунда, неправильно. Вот, поэтому не мне их судить. И, и, всю эту систему, бог с ней. Уж как есть, живем, так живем. Вот. вот с книгами разобрались, да, то есть понятно, что я вам тогда, получается, сказал, что это, я подумал, что это одного тома, ну, глупость, конечно, ведь я не боюсь себе такие даже вещи показать. Вот, ну, что, ну, голова задымилась. Вот. Это, естественно, это всего 11 440 страниц. Но вторая моя глупость была, я сижу и говорю, глядя зачем-то на эту свою книгу, где у меня Марка Евангелия, 40 страниц получилось. Я зачем-то стал... Ну вот у вас на экране все равно эти подсчеты есть предыдущие. Но в том ролике вы все помните. Я это умножил еще на 5 типа все Евангелия, потом на Деяния, потом на все послания. И у меня получилось что? Вон у вас на экране. Я, я, я на Новый Завет почему-то выложил, что это тысячу страниц. Я уж подумал сходить в лавку в церковную, чуть ли не покупать. Но покупать нет, конечно, хотел сходить, может быть, сфоткал бы. Потом думаю, что я бросил в группу и в, в Телеграме, чтобы не сбросили, у кого есть Библия. И дал точно вот эти размеры. Помните, которые видео были. У сестры Валочки как раз такого же размера оказалось. 24 на 15. Вот она мне сбросила картинку у вас на экране. Все здесь. То же самое, что и было в моей, причем я говорю, очень похоже на то, как у меня было. И тут, как мы видим, всего 1100 страниц. Новый завет, соответственно, ветхий 877. Я надеюсь, вам цифры нет. Я могу прибавить, ну, вы, я думаю, мне... Тут я говорю. И тогда я просил меня проверить. В этот раз я не прошу. Я все понимаю. Я тогда что-то у меня... Что-то в тот день, видимо, переклинило меня. Ну, естественно, мы 1175 отнимаем 877. Вы понимаете, около 300 страниц. То есть я, конечно, какую-то ерунду насчитал. Это вся Библия. Тысячу страниц, да? У нас получается. Вот. Точно такой же формат. Она все мне прямо и, и линейкой померила. Прям один в один, какой и, и Иоанна Златоуста. Ну, а, соответственно, тут еще легче все подсчеты получаются. Округлим. Библия – тысячу страниц. 12 томов Иоанна Златоуста – это 12 тысяч страниц. Во сколько раз меньше? И Библия 12 томов Иоанна Златоуста в 12 раз. Ну, и там я разные манипуляции, вы помните, проводил тоже, как я только не пытался. Ну, во-первых, по классике жанра я от своего опыта говорю, кто знает, у меня на канале записано целиком Новый Завет. И я его записал прям, вот так сел, кто помнит. Я его записывал позапрошлой осенью, ровно 3 месяца, там плюс-минус день. Ну, грубо говоря, я даже не помню, там даты есть под роликом. Я сейчас не смотрел. Я просто помню, мне цифра тоже засел. Я записал его ровно за 90 дней, за 30 месяцев, э, за 3 месяца, за 90. Упорно целыми днями готовясь и записывая. Ветхий завет я пишу уже около 8 месяцев. Еще неизвестно сколько. То есть и при всем том, что я много готовлюсь другими вещами, исследую, занимаю, пишу эти ролики. То есть у меня по сути есть как бы работа. Хотите э, на семью э, время, да? То есть как раз вот это мое записывание роликов можно в проекции действительно соотнести вот так, как вы читаете. И получается, если всю Библию, за год даже нереально, потому что я закончу ее только. Я начал, кто помнит, и то у меня уже было немножко бытие записано. Ну ладно, уберем это. Я начал, кто помнит, прям 1 июня. Сегодня у нас 6 февраля. У меня еще все пророки, у меня еще несколько исторических книг и еще Иов. Вот посмотрим. Может быть, успею. Может быть. И то то уже есть, и сейчас 8. Э, вернее, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, январь, февраль только начался. Это 8 и 3, уже 11. За месяц я сейчас только начал больших пророков. Вот, то, есть, ну, не, то есть уйдет за год. За год. Поэтому смело можно взять. И, причем я считаю, что в том режиме, даже в каком я записываю, вы даже так не читаете. Основная масса у людей, это я сказал, работа или семья, а вообще-то у, у основных, у всех людей, кто знает, у меня ни работы, ни семьи. Я, я мог бы свои опыты чтения, я говорю, ну так как у меня не было, я все оставлял, я работал, я питался трудами рук своих всегда, все эти 10 лет, так скажем, который подвязался, но я все делал минимум, чтобы кусок в рот себе положить и только занимался познанием истины. А вот эта вот запись, я говорю, более подходит. Мне она больше нравится, чтобы параллель провести с тем, как читает обычный человек, работая и еще имея семью. Это, наверное, максимум, как он будет. Поэтому я говорю, минимум полтора года, минимум. И, как мы с вами выяснили, в 10 раз. Итог какой? Полтора на 10, 15 лет. Или по-другому скажем. Хорошо, даже если за год вы, пусть не на, не на моем этом опыте основой записи, но Библию минимум за год можно прочитать. Я говорю, если вы семейный или не семейно работающий, не работающий, но семейный, а если работающий семейный, я говорю, поэтому давайте возьмем так, от года до двух чтения, как я тогда и спросил в ролике. Сейчас мы к, к этому моменту переходим. Сколько из вас людей могут сказать, что они от корки до корки прочитали Библию. Сейчас мы узнаем всего четыре человека из тех, кто меня слушал. Соответственно, это от 10 до 20 лет вы бы могли только прочитать полное собрание Иоанна Златоуста. Вы помните, там о 100 летах я говорил, да, вот это я перегнул палку, ну и 20. А я говорю, это не 10 на самом деле. Это если два человека найдется, давайте все-таки 20. Потому что это полтора года. Да, в 10 раз. Ну пусть даже 15, хорошо. 15 лет, давайте средний возьмем, если это, я говорю, вообще возможно. Я думаю, что это намного цифры больше. Ну пусть, я говорю, будем брать такому среднечкому, чтобы ни туда, ни сюда не ошибаться. 15 лет вам потребуется Упор, причем 15 лет, это, это, на протяжении всей 15 лет вы должны упорно ни одну Библию за год упереться, потому что ты, если мы сейчас с вами подведем итоги прошлого видео и моего опроса всего 4 человека, я буду в процентах говорить, потому что мало ли сколько, может, 5 человек ролик посмотрели, что 5% всего прочитали от тех, кто меня слушал, это общая статистика, предположим, да, по моему каналу, ну или вообще, может быть, это на всех можно людей проецировать, читали Библию, которую они вот могли бы, да, прочитать за полтора года. Один раз напрячься на полтора года и все-таки ее прочитать. То есть на протяжении 15 лет вы должны в том же режиме будете еще 10 раз пройти, еще 10 кругов. Потому что вы одного Иоанна Златоуста один том будете читать полтора года. И потом, не ослабевая, вам надо пойти на второй год на третий год, на четвертый год. У вас ничего не должно случаться, никаких изменений, тем более в худшую сторону, только в лучшую, может быть. А кто знает, есть такая вещь, кто знает, строитель, накопительно усталость, кто сопромат, строймат изучал. Ну и по жизни, кто знает, это дело не в материалах. Мы люди такие, накопительная усталость, кто знает, что такое, да? Ты идешь, идешь, и каждый последующий километр тебе сложнее идти. Первый шел налегке, второй чуть потяжелее, хотя это тоже километр. Но у тебя идет накопительная усталость. Ты за второй километр устал не так же, как за первый, а больше. Потому что ты идешь второй. Хотя ты идешь по отрезку ровно километр, но второй. У тебя начинает накопительная усталость. Десятый километр для тебя будет как ад. Потому что ты уже... Хотя ты идешь... Он сказал, а, ну ты же опять километр идешь, но ты его идешь десятый раз подряд, так скажем, да? Десятый уже круг идешь его. Почему я говорю, то да 20 можно. Ну я говорю, да ладно, дать, давайте 15. Я в этот раз иконку вам покажу, вот это, помните. Я говорю, хорошо, я, может, ошибся, не в ту сторону с этим... Да где же у меня картинка-то, куда делать-то? этих закладках теперь пока найдешь. Вот. Я вам тогда сказал, там три святителя, я в принципе не ошибся. Это Иоанн Тауста, о котором я и говорил. Василий Великий, самый известный. Кто знает, праздник трех святителей. Три столпа, на которых вся, все третий век якобы. Ну, там, там столько. И Григорий Богослов, я тогда не ошибся. Я просто там есть Григорий Новый Богослов. Кто помните, есть Григорий Двоеслов. Вот, но они чуть они позже были. Григорий Богослов. Три святителя. Поэтому, если вас не устраивает даже, что я ошибся сильно, хорошо, в эту корзиночку, в свою красной шапочке, положите еще два пирожочка. Помимо Иоанна Златоуста, положите туда Василия Великого. И я их не просто так, кстати, на их примере, Во-первых, они самые известные. И вы посмотрите, сколько у них томов. Сколько у Василия Великого и у Григория Богослова. Там до полтинничка как раз дотянет точно, а то и перевалит. Полтинчики, я имею в виду, 50 лет вы будете читать только Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. Причем это три друга. Все они общались, все знались, учились в одной школе. Кто знает все, всю эту кухню. Вы читаете практически в образных, одних и тех же людей тоже. У вас никакой разностороннего взгляда не будет. Они очень близко мыслили, они общались, они дружили, они, двое из них, ну, насколько я помню, по-моему, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, или Григорий с Василием. Я говорю, я вам уже сказал: простите мне, это уже то, что я это перестал практиковать. Я многие вещи забываю, но приблизительно помню. И это не суть, важно, кто с кем друзья. Двое из них были лучшими друзьями. И там еще другие все вот эти святители, которые вы помните, мы по сайту предания смотрели. Многие общались, и все со школ философских, все они были из богатых семей, как обычно. Это классика жанра, были образованы. Ну, понятно, когда там бедному читать и чего ему читать, да? Вот. Вы не сможете разносторонне посмотреть на хри христианский взгляд, да, христианское учение, как другие мыслили. Вы должны будете упереться только в этих трех святителей. И давайте будем, я говорю, вот этими э -э годовалым языком выражаться я буду, по крайней мере, 50 лет. Только троих святителей вы прочитаете. С этим подвели итоги, да? Дальше смотрим. Я вам показываю свой личный кабинет так и как вы видите это статистика по этому ролику и кто знает есть такой критерий как удержание аудитории я потому, почему я хочу справедливый я не хочу что-то придумывать там еще что-то кто видит у любого вот этот это это аналитика, именно по этому критерию он так называется, удержание аудитории. То есть это сколько времени, сколько, на каком этапе люди смотрели это видео, на каком минуте они ушли. И понятно, всего ролика, всего просмотров, как вы можете увидеть, было 263 просмотра этого видео. Давайте округлим 270, уж 7 просмотров набросим, чтобы, может было на 3 поделить складника. Почему? Потому что по э, аналитике и критерию удержания аудитории вы можете видеть, что буквально на до 5 минуты вот здесь уже количество смотрящих людей, сейчас я курсор наведу, вы увидите, так, это мы почистим. То есть со 100%, да, там, сразу падает уже на пятой минуте к 27%. Ну, тоже округлим до 30. Вы видите, да, и потом падает, падает, ролик двухчасовой был. Два часа просмотрело всего 10, ну, от 10 до 15%, вы видите, да. Кто досмотрел до конца. Вот. Возьмем средненькую, Я, вы помните, практически там в начале, я не стал все это вспоминать, где я там точно, понятно, чтобы я не буду сам себя пересматривать, с ума сходить, да, где я спросил, как, напишите в комментариях. Ведь очень важно, что надо посмотреть, сколько людей смотрел на момент, когда я задал вопрос, кто читал Библию целиком. И вот я говорю, я вам специально показал это удержание аудитории, то есть оно, возьмем 30%. 30% от 290, третья часть, это сколько? 90, ну 300 ровно, если делим на 30%, третью часть это 100 человек, от а 290, 3 9 27, то есть 90 человек. То есть когда я задал вопрос в ролике, вот как сейчас там на 30-й минуте, ну тогда я там раньше говорил про Библию, вот. Возьмем от 90, ну и чтобы вас в формуле тоже не путать, я вам открыл сайт любой, есть такой, как посчитать число от число 4 от 90 это 4. Целых 44 процента, вы видите, да? То есть, когда сюда вносишь цифры, калькулятор тебе рассчитать, он высчитывает. 4 человека от 90. Сам ролик вот вы тоже видите. Давайте, если хотите, мы тоже с вами его посмотрим. Давайте вместе прям посчитаем. Александр Сидоренко, да. Так, я тут за камерой немножко не вижу себя. Александр, раз. Загибаем пальцы, тут немного. Ой. Сейчас. Павел Матюшенко, Матюшенко, два. Валерий Матюхин, три. И Елена Сидорова, четыре. Все. Все остальные ответили нет, 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 нет. Или ничего не отвечали. Вот вам, пожалуйста, результат.

эту цифру посчитал а от реальных просмотров, да, то есть те люди, которые слышали вопрос, как я сказал. Если хотите, чтобы статистика была точная, более честная, пожалуйста, напишите. Если нет, в комментарии, которых нет, да, я буду читать как нет, то есть вы молчите, да, молчание знак согласие, что вы не читали, я это как бы объявляю, да. Что такое для меня молчание, знак согласия чего, что вы не читали, я все это в том ролике сказал. Вот вам, пожалуйста, не больше 5%. Насколько он точен, да, мой этот опрос, и можно ли его проецировать на все христианство, там, на православие, что моя аудитория, кому она соответствует. Вы знаете, все в жизни приблизительно сгармонировано. В концовке ты -то меня тоже... Слу... Откуда взяться свободным во Христе столько, да? В основном меня тоже слушают люди, высшие из каких-то конфессий, так что все приблизительно одно и то же. Ну, по сути, и дело не в том, знаете, я бы с радостью ошибился бы, и хотел бы ошибиться. Но факт остается фактом: 5% читают, че, прочитали хоть раз в жизни. Причем я задал, что это один раз человек сделал. Я, как я вам говорил, от 5 до 10 раз сам читал, да? Один раз все. При, при первом чтении вы представляете, какая там каша. Многие из вас что-то кусочками пытались читать, да? Я также задал вопрос там. Насколько я помню, я могу ошибиться, но я помню, что я задал то же самое уж про Иоанна Златоуста. Я говорю, уж напишите, может быть, кто-то из вас, потому что я говорю, даже я не читал. И не могу сказать, что я прочел. Хоть я в своих монологах, да, проповедях вообще высказываю, которые такие слова, что я все прочитал из Святых Отцов. Да, вы понимаете, что эта фраза фигуриративная, или как это сказать, да? Вот, то есть, образная, что я действительно прочитал много, знаю много. И вот именно специально делюсь этим опытом, говоря, что все это много приблизительно, очень приблизительно. Сам вам показываю цифры, и чтобы не оказаться лжецом, поэтому я никогда, не, конечно, говорю все это я говорю приблизительно фигу, фигуративно, вот относительно кого-то, вы знаете. Да, я много, я все прочитал, потому что вы не читали ничего так скажем, да, там, или два храма пощупали, или какие-то цитатки из Яндекса вырываете, святых отцов. Я читал многое в оригинале, да, изучал, не просто читал, еще изучал некоторых, того же самого Иоанна Златоуста, мне там тысячу там, почитай комментарии, толкования на Евангелие. Да я одного только Иоанна Златоуста, это я точно помню, я даже помню, что у него всего два, по-моему, на Иоанна и на кого-то, сина... ну, на Матфея, наверное, да, да, Матфей и Иоанн, я и то помню даже. Вот. Я не раз его читал. Мне очень нравилось поначалу. Особенно Анзл Тауз, да. Поэтому его я помню, как я. У него аудиокниги сейчас есть. И я их несколько раз точно. То есть я некоторых повторял, вместо того, чтобы даже кого-то еще читать, да. Вот. К чему мы пришли? Я там спросил, да, в ролике. Я Анзл Тауз, кто не читал? Ну, вот никаких, да, по поводу Анзл нету. И не будет, я вам сразу скажу. Этот человек, скорее всего, кажется лжецом. Вот. Я уверен, что какого вы не спросили там батюшку, проповедника, читал ли он, я вам показал, сколько, 12 томов, вот спросите этого батюшку. Мне интересно, сколько этому батюшке должно быть лет, во сколько он должен был покаяться, да, и что он еще, кроме этого, знал. Все, кто учились в семинариях, запомните, там никаким, там не учат изучение Библии, ни в какой семинаре, даже в протестантской. Я поступал, кто знает, на дистанционное обучение, государственное, дистанционное, официальное обучение в протестантскую, баптистскую, московскую семинарию поступил, учился. Там нет предмета Библии. Даже протестанты, которые якобы хвалятся, им говорят, что они там Библию изучают, не изучают они же больше. Они изучают только свой культ и свои мировоззрения. Не было предмета Библия, Новый, Ветхий Завет. Кто помнит, я даже открывал, я не на проповедь там были ролики, где я показывал, как я заканчиваю эти кур... экзамен один за другим там сдаю. Я все это тогда показывал. Я, честно, их подзакрыл. Они бытовые, они такие скучные, ненужные, где там. Там присылали на почту по каждому предмету сначала типа экзамен сдан как-то грамоты, чтобы потом ты диплом получал. Как-то вот так даже было. Вот. Но ну, я их думаю, кому они нужны. Хотя ролик гудбай семинаре, по-моему, он открыт, он у меня остался. Вот. А где я по экзамену, я. Я их, по-моему, даже по ссылке делал для своих, так, чтобы никому голову не забивать. Вот. Или я уже даже не помню. Ну, это там один или два ролика и все. Они не изучают там. Вы думаете, что батюшка, который семинарию закончил, знает Библию или знает предание? Они не изучают. Там нет этих предметов. Все это остается на внеклассное чтение. А внеклассного для внеклассного чтения ни в православных, ни в католических, ни в протестантских э, семинариях нет времени. Службы, обряды, послушания, уборки, все там, готовки, как этих там называют-то, молитвы общественный вот этот. Там нет времени на внеклассное чтение. Там можно просто сдохнуть тогда. У тебя все расписано до минуты. Если у тебя в 15 минут в день есть, это хорошо. Поэтому не думать, что у батюшка, у который крест вот такой на груди висит, он что-то знает. Ничего он не знает, кроме этой секты, кроме уставов, религии обрядов этой церкви. Все это, все чему... И побочных предметов, как управлять людьми и так далее, и так далее. Все они это изучают. Я и в православную, кто знает, два года поступал с отличием, но не оставался... Вот, за то, что не хотел повредиться, да, хотел только на заочную, чисто теорию изучать, но меня не брали, оставляли на очную, я не соглашался, чтобы не сбрендить там, да протестантскую я тоже оставил, когда уже острый вопрос стал, я приткнулся как раз на предмете веры, учения, баптизма. Вот. Я вот до последнего откладывал, их можно было как по заграничной схеме выбирать самому, как и вперед, тем более дистанционное было обучение, как и вперед, какие потом. Я, я не, смог, не смог продать душу дьяволу. Пожалуйста, я мог иметь государственный, второй государственный диплом богословия. Было очень заманчиво в душе. Я думал, может, вот таким путем пойти. Может быть, все-таки давить на авторитет. То есть, что я вот там закончил, ты знаешь, семинарию. Православный я тоже сам думал. Может быть, вот, чтобы авторитет этот был. Я и заочно, в общем-то, для этого хотел. Ну, во-первых, пощупать ихнюю систему. Посмотреть программу, по которой они изучают. И корочка, если была бы, я бы не отказался. Вот. Но так как туда, я говорю, не брали. Ну, Бог так устраивает, чтобы во мне... Хотя мне всегда Бог в сердце говорил. Как говорили о нем? Откуда он знает Писание, не учившись? Я всегда понял, что это круче, что у тебя никаких авторитетов, ты вообще никто. Что, что люди должны слышать, чистое слово истины, и принимать его, либо не принимать, оставаться свободными. Простотой ты должен стучаться в это сердце, о чем мы сегодня закончим, конечно же, в чем вся суть-то Евангелия, вы думаете, я сегодня не скажу. Как всегда, обязательно скажу, кто, может, впервые попал, доберемся до этого. Вот вам с преданием. Пусть я, конечно, много времени потратил опять на поправки, но я кое-что и сказал. Возможно его изучить? Нет. Я к чему-то, я и тогда это говорил, в чем мы заканчиваем все вот это вот предание, святые так называемые, типа святые. я тогда, вот я не зря эту картинку да, хорошо открыл, я тогда мысль в ролике донес, и сейчас еще раз скажу, и мы плавно немножко к другому перейдем уже. Все вот эти глупые фразы православных, изучайте святых отцов, тупые, пустые, ни на чем не основанные фразы, потому что исполнить это нереально. Изучайте предание, изучайте предание, что такое, кто его изучит, как его можно изучать? Я когда сажусь алфавит изучать, я изучаю от А до Я. Знаю алфавит, потом из этого алфавита складываю э, слова, эти слова в предложение. И это мне реально нужно в жизни, это я реально познаю, этим я пользуюсь. Вы советуете что конкретно? Вы советуете изучить Иоанна Златоуста? У человека есть столько времени? У человека есть 20 лет посвятить Иоанну Златоусту? Василию Великому? Григорию Богослову. У человека есть 50 лет жизни. При этом этот человек еще ни раз Библию не читал, получается. Он не нашел года или двух даже отдать тому, чтобы изучить. Не нашел, в него не лезло это. А вы думаете, в него и Златоуст полезет? Вы понимаете, я сейчас о духовном говорю. Или Василий Великий, монахи. Вы думаете, они полезут семейным человеком? Там столько информации, которую они не могут применить. Она вообще им не нужна. И они будут это читать. Они много будут читать о современности, о, цирк, о церкви, о том моменте, кто знает, что такое был третий, четвертый, переломный момент, где христианство окончательно умирало, становясь проституткой государства, государственного мужа. Что? Вы думаете, им будет это интересно читать? а не как это будет себя пихать, пихать, блевать, пихать, опять эту блевотину все засовывать, опять будет блевать. Так они это, как они это будут читать? Кто пробовал это читать, тот знает. Я говорю, они, если вы Библию прочитать не может, кто называть Словом Божьим, Священным Писанием. А вы задайте себе вопрос, почему вы не можете Библию прочитать? Почему вас не тянет? Почему я вас спрашиваю, вы 5, 10, 20, 30 лет в христианстве, и вы говорите, что вы не прочитали Библию? Вообще, как вы себя тогда называете христианами? Не задумывались, почему? Может быть, там нездоровая пища? Почему вы ее не едите, если это вода, источник воды живой? Если это благодать, если это как воздух, чист, струя чистого воздуха в мире, срама и, и без чести и беззакония, почему? Вся эта грязь, льющаяся с, с телекранов теперь, с мониторов интернета с пространства, с телевизора, почему вас не тянет-то в этот свежий воздух? К этой чистой водице-то? Почему? Я спрашиваю, и всего 5% а, прочитал, а я говорю, меня смотрят не последние дураки, я многих из вас люблю и уважаю и преклоняюсь, многие из вас выше меня, я знаю, за терпение, за прочие добродетели, за доброту, за милосердие, за кротость, за смирение, ну, может быть, не за проповедь, да, в этом я выше вас, у меня есть канал, у вас нету, ну, а с остальными, да. Почему вас не тянет туда? А Иоанн почему вы так не прочитали? Ну, кого оторвешь? Попробуйте, вон ролик в интернете полно. Какое-нибудь животное, какой-нибудь... Что да, ему что нравится, какую-нибудь бурундучку он там вырывает будет эти... Как еноты, посмотрите, еноты, как у них ничего забрать невозможно. Если вам это нравится, подумайте. Подумайте об этом. Почему мы не задумываемся о таких, не анализируем такие мысли? Почему меня не тянет к этому? Когда спрашиваешь православного, что он Евангелие не читал, или у человека, я почему всегда. Это говорю, что за церковь у вас такая? Вы православные. Да у вас кого не спросишь, он Евангелие никогда не читал? Новый Завет. Я пальцем сейчас на своих не буду, тут тыкать. Родственников, да, и друзей. Они всех нас окружают. И кто был в этой системе, там таких вообще. 95% вот именно. Если тут я спросил про Библию, то в православном храме можно спросить, сколько Евангелий читали. 95% не читали его. Они даже не знают, кто это такой. А если читали, начинаешь дальше размышлять, раскручивать эту спираль, этот хамут беззаконий. А что ж, вот тут там написано, а тут не так у вас. У нас, если хотите, когда ты там еще. Все, зачем тогда все это, если это не соответствует? Конечно, почему не читают э, те же самые православные, даже Евангелие? Потому что человеку неприятно читать, он читает и это не соблюдает. Он читает, а ведь другой, и он и он терзается, он не понимает, почему. Иисус говорил одно, а в его капище происходит совершенно другое И в протестантском собрании. Он не понимает. Он не понимает, почему с Иисусом просто разговаривали. К папу на километр на пушечный выстрел не подойдешь, надо 10 раз туфлю поцеловать лбом в землю урониться. Тогда, может быть, он благословит тебя молча причем. Я не знаю, как они благословляют, но молча почему-то. Благословлять, не сказать благо... доброе слово. Они машут. Благословить. Все извратили. Благословите, батюшка. Он молча тебя перекрещивает. Благое слово скажи, батюшка. Он, он молча проходит. Они даже не понимают смысла слов элементарных. Чего уж там до писания говорит, оно к ним просто закрыто. Спросите у своих батюшек. Кто из них прочитал целиком Анастауст? Поэтому все эти фразы, что православная церковь – это учение святых отцов. Забудьте об этом. Это неправда. Это чистой воды ложь. Каждый из них, который даже цитирует святого отца, я сейчас перехожу к некоему, к чему не говорил в прошлом видео, а то подумайте, повторение. Нет, я в этом ролике хотел подвести, хотя итоги, конечно, вы же не знали, сколько я опрос сделал, нет, поправился вынужденно, это еще была причина. Ну, и я кое-что доведу сегодня и поделюсь личным опытом, чего я не делился, вот к нему я уже перехожу. Каждый из них, даже тот, кто цитирует этих святых отцов, запомните это, потому что это правда, это истина, это опыт, который вы все вокруг себя видите. Это не мои слова, это не Кузнецов проповедует. Кузнецов лишь говорит истину, правду, которая есть и которая многим просто режет глаза. Каждый из них поднимает палец вверх и говорит «это я». Увидьте это, наконец. Я вам объясняю, почему. Потому что, когда он цитирует Анна Златоуста, а вы задайте ему вопрос. Батюшка, а ты его целиком читал? ты утверждаешь, что святой отец это так думал. А ты его целиком читал? Он вам скажет нет. На каком основании ты цитируешь его, прикрываясь этим святым отцом, и приписываешь ему это? Если даже он вам откроет какую-то книжицу, да, вот эту, даст даже страницу, ты скажешь, батюшка, откуда вы знаете, что на другой странице не написано прямо противоположное? Кто знает и видел дебаты православных, а может быть и сам в них участвовал, тот знает, что очень часто не то, что противоположно, там другими отцами разные, на разные вопросы по-разному смотрят, даже у одного отца один другому тычет разные вещи. И это так и есть. Вы спросите, батюшка, батюшка, а вот 12 томов, как вы думаете, в какое время они писались? Они в один день появились, 12 томов, 10 библий. Сколько их писал Иоанн Златоуст? А как вы думаете, мнение Иоанна Златоуста менялось с годами на какие-то вопросы? Вполне могло быть. А как вы можете утверждать то, что вы прочитали и цитируете? Не написано, кто знает, они достаточно рано все. Ну, как рано. Мы прям с Иоанном Златоустом, по-моему, в одно время покаялись. По-моему, судя по его житию, 27 ему где-то тоже было. В 30 он уже стал монахом, а где-то там 35 в моем сейчас возрасте уже, по-моему, патриархом. Вот этим в Константинополе, ну или что-то такое. Я говорю, я уже в этих вещах я вам предупредил в прошлом ролике, могу ошибаться. Я уже все это стал забывать, потому что то, что ты не практикуешь, тем более я это вообще отодвинул как заразу ненужное. Я, конечно, могу ошибаться. Ну что-то еще всплывает из колдовых памяти. Как вы думаете? вы знаете если вы меня послушали я вот сам я почему хорошо что уже три года на проповеди смотрю свои ролики трехлетней давности вот сейчас когда нарезаем отрывки да во многих вещах я одно и то же говорю но есть вещи я конечно меняюсь да Я сначала мягко проповедовал хотя и тогда по-разному чуть-чуть где-то была и жесткость. И тогда я был очень радикальным. Но некоторые вопросы я вроде, да, сейчас там, живой пример все знают, как по защите животных. Я сам 10 лет не убивал животных и веганил. И вегетарианцам вообще 10 лет веганил. Два года не веганил, два года веганил. Вот так туда-сюда меня по другим причинам. Скоро обязательно расскажу, еще не рассказывал на каналах. Вот свой опыт и путь этот. Но в проповеди я, позаквасившись бреда религиозного, что там все, что угодно ешь человека, не ешь, я об этом так настойчиво не говорил. Хотя, я говорю, нет, скоро ролик выйдет. Ну, когда вы будете это смотреть, кто-нибудь уже он будет. Или это есть беседа, пост, посмотрите, с сестрой Викулей. Я общался, я тоже сам говорил, это я ее к веганству, причем не к вегетарианству, так скажем, к этой доброй, светлой стороне привил ей это, да. Вот. У нас эта беседа есть, она есть в плейлисте пост по Постоянства любви вот на этом самом канале. Я три года назад говорил одно и то же, да. Вот. И в ролике, в принципе, достаточно горячо и так же говорил, да. Но я не ставил ультиматум людям, да, которые называют себя христианами в общении с собой. Что либо ты отстаешь от этого греха, либо тогда вот, можешь слушать ролики доступны, они все равно остаются в свободном, бесплатном доступе на YouTube, я ж не доступ. Но общаться я не хочу. У тебя все будет закрыто, ты ничего не поймешь. У тебя сердце исполнено злобой, жестокости, немилосердия к беззащитным слабым существам. Ты ничего не поймешь вообще в жизни. На каком основании вы скажите своему батюшке или там протестантскому этому пастырю или еще кому? На каком основании вы цитируете? Это, кстати, их тоже касается. Они там тоже любители своих там уже отцов цитировать. Вы читали, ну, и, конечно, по большей части касается, ну, я говорю, протестанты уж такие считают, за 500 лет там столько у них навертело, они тоже так же цитируют там. Вы читали его целиком? Может, он через 20 лет говорил, ты не можешь 100% утверждать и брать себе этого отца за спину в свидетели, что это он так говорил. Это только ты сам говоришь так. К тебе просто прилипла эта мысль, и то, ты ее, возможно, понимаешь. Вы знаете, есть э, прекрасная фраза и мудрость древности еще. Я в ответе только за то, что я сказал, но не в ответе за то, как вы меня понимаете. Вы знаете, насколько это глубокая и серьезная мысль. Я ее, вы сами по жизни, я говорю, а то, что я проповедую, это не говорит, что у вас опыта жизненного нет. Он есть. И вы все это знаете. Что-нибудь говоришь человеку, он тебя вообще не понимает, понимает по-другому. Если этот круг какой-нибудь проходит, ты ему, а он другому рассказал, что от тебя услышал, даже по-доброму, думай, ну, что тебе там пересказал, ты узнаешь от третьего, что он тебе к первому, все это к тебе как к первому возвращается. Ты, ты говоришь, что он тебе так... Да я ему вообще другое говорил. К чему переходим? К личному моему опыту. За три года уже мы на ютубе. Вы знаете, сколько людей мы не сбрасывали разные видео и говорили, слушай, посмотри, он как ты говоришь, или ты как он, вы прям как братья. Я слушаю. Я говорю, ты что? Да я с ним ни с одним словом не согласен. И человек мне сбрасывает ролик, хорошо ко мне относящийся. Я сейчас не говорю об этих людях даже плохо. Некоторые мои братья и сестры. Они сбрасывают и говорит: слушай, вот посмотри, или кто-то вот недавно там более-менее со мной знаком. И говорит, прям вы прям как эти, прям одинаково говорите. Я слушаю. Я понимаю, что этот человек либо меня не знает, я начинаю думать, слушай, вот он столько лет со мной общается, он мне это сбрасывает и говорит, что я и он это одно и то же говорю. Я говорю, я от опыта стал понимать, слушай, что это правда. Я в ответе только за то, что я говорю, не за то, как меня понимаете. Я понимаю, что он вот именно, я знаю единственное его сердце, да, ко мне, да, отношения. Я понимаю, так, он не со зла. Я начинаю анализировать эту ситуацию, я а так, я думаю, нет, он не со зла, это точно, да. Он не с подковыркой, это не шутка, это не неведение. Он правда так. Он вот меня вот так вот воспринимает. Я даже специально смотрю на тот ролик, который мне сбрасывает, на того проповедника, и пытаюсь понять, что же он... Я-то ни с одним словом не согласен. Ладно бы я еще хоть с половиной был согласен. Я потом слушал, он наверное, на эту половину э -э подумал, потому что я вот тут согласен с ним. И он, наверное, вот это услышав, подумал, да, вот тут мы... Ну, правда, он сказал, что мы прям с ним вообще прям как братья-близнецы. А я говорю, да вот эту половину, которую он сказал, я готов его за это сжечь на костре. Но я шучу, да, вы понимаете, не могу без этого что-нибудь не врезать такое, чтобы повеселиться чуть-чуть. Жизнь – это радость. Вот. И я думаю, слушай, ну как он вот это слушает? Ну вот это вот, это же вообще ни в какие ворота не лезет. Он знает, более того, я даже против этого говорю. Не то, что не согласен ну, ты, ну не согласен в принципе против да это не иное мнение я я более, как бы я вернее он знает да не то что да, я, я я обличаю вот это и говорю противопол... что это неправильно а надо делать противоположное и он же это говорит а я в своих говорю чтобы вот и чуть ли не обличая вот это что он говорит и говоря против что как делать я никогда не говорю просто все плохо но не знаю как делать да я говорю как надо делать вот так не делайте а так делайте уклоняйтесь от этого зла и делайте такое-то благо возделывайте и храните, и не прикасайтесь к древу познания лжа добра и зла. И я тогда стал, и такое, знаете, сколько раз повторялось? Очень много раз. Очень много раз. И второй мой опыт, ну, их больше, я так, я даже не особо, я не готовился к этому ролику, так, в смысле, ну, я говорю ко всем, я и готовлюсь, и не готовлюсь одновременно, я не знаю, тут у меня путаница, в словах вы не обращайте внимания, потому что что-то я готовлю, технические или картинки, но это не значит, что я пытаюсь сесть и месяцами составлять план, или, как говорят, сценарий для ролика, чтобы я еще хотел сказать, чтобы я еще мог. У меня то одна-две мысли возникают, остальные могут по ходу возникнуть, могут нет. Некоторые я даже не записывал, я и говорил, что я и записываю кое-что в диктофон. Но многие вещи приходят по ходу или... Даже я вспоминаю, могу не записать, думаю, да ладно, вспомню, скажу, нет, так нет, не особо важно. А второй опыт очень тоже большой, очень важный и большой тоже. Вот у меня то же самое теперь я говорю. Смотрите, у меня 300 роликов, уже за 300 было там 298 все время, я говорил 300, сейчас там реально за 300, да, на уникальных, это не нарезки, не одни из других. Я специально поэтому даже нарезки свои избранные отделил от канала, от всех каналов, от проповеди, от Библии, чтобы они не наворачивали просто так число, да, 300 это уникальных проповедей на вот канале Христолюб проповеди голос в пищу пустыни. 800 и к концу читания Ветхого Завета за тысячу также переводят как и тысячу страниц Библии, походу у меня будет Библия, это где-то 1100 роликов, как вот Алочка сбросила мне скрин своей Библии, да. Где-то так и получится. То есть ролик страница, получается как-то вот так вот. Еще есть беседы, раньше их было полно, многие закрыты, потому что многие не желают потом со мной общаться, чтобы это видели другие, попросили меня закрывать. Сколько? Короче, уже полторы тысячи у меня вот за мое служение. Как вы думаете, Человек, и сколько у меня от опыта было, посмотрит один-два ролика некоторые и звонит мне сразу или пишет. Ой, брат, родной поверит там что-то. И знаете, сначала я думал, это правда. Я там, о, да, думал, он услышал, там все. Почему я, я говорю, сейчас перейдем к общению, конечно, немножко затрону личного. Или не, не стоит, может, в этом ролике. Раньше я там, о, думал, правда, он все понял, он такой же, как я, если он услышал мой ролик, я еще такой свободный христианин веган, весь в татухах. <laughs> вот, я думаю, ну, наверное, да, брат, брат мой, можно его смело назвать, сестра, обнять, расцеловать и дружить, и все. И, конечно, после того, как я говорю, кто-то отваливался через день, через два, через месяц, через год, через два года отваливались люди. Видеть меня не хотят, слышать не хотят некоторые. Некоторые тихонько уходят молча, некоторые с претензиями, да. Я стал думать, слушай, получается, и сейчас вот такое продолжается, потому что сейчас я опять активно, кто знает, я и плюс все эти, я хоть и говорю, три года на Ютубе, на год я, по сути, оставлял его тогда. Ну, какая разница, это в серединке, вот, поэтому ролики показывались на Ютубе, кто-то мне новый там писал, звонил, то есть все это можно считать за три года. Чуть-чуть я все равно выкладывал, так что будем считать, что, говорю, три. Сейчас, конечно, я уже так не отношусь. У меня есть, ну, кто, в принципе, я это даже сделал лозунгом, как вы видите, на канале вот этом «Христолюб избранное». Я сделал такой пост у себя в соцсетях, и даже здесь мне захотелось сделать эту фразу, потому что здесь как раз вот эти избранные ролики тоже. Я, конечно, хотел бы, может быть, они лучше будут просто в Ютубе там ранжироваться, как это говорят, продвигаться. И я в шапке здесь не какую-то там фразу да, из Евангелия, какую-то глубокую мысль, посвященную познанию истины, да, ну, казалось бы, зная меня, что-то рядышком с этим надо было сделать. Нет, вы знаете, я здесь написал «узнайте меня получше, ибо я могу оказаться не тем, кем вы меня представляете, а тем, кто я есть на самом деле». Причем, вы знаете, ну, может быть, я у кого-то ее что-то бывает подчерпываешь, даже сам уже не помнишь. Но я ее как бы сам написал, я помню, запостил у себя в соцсетях сначала. И вот я даже сюда добавил. Я вот вам его решил добавить, вот такой я пост сделал. Это действительно так, вы знаете. Последнее время я стараюсь уже минимум с людьми общаться. На лайве у меня есть плейлист, где больше 40 роликов обо мне, о моей жизни, как Лука писал в своей, я всем напоминаю сюда книгу Деяний его, Деяний апостол, где он написал, что первую книгу он написал о том, что делать, чему учил Иисус. И вот плейлист на лайве я собрал как раз из того же, и о моей жизни, и в принципе, кто знает, я в этот плейлист добавлял и ролики вот с этого канала проповеди, где прям я много вот так вот о себе говорю, да. Вот сегодняшний бы, типа, по идее, можно было то, что я может добавить, но нет, не буду. Тут предание, преданием, вот я сейчас чуть-чуть делюсь, ничего страшного, да, не войдет туда. Вот, но я и добавлял некоторые, где там обучительстве я делился опытом, да, интернет-сообщество, так скажем, да, такой интернет-церкви онлайн, то, что мы делали, собрания там в группах общались. Я туда это добавил. Я даже записал анонс до да, плейлиста и сказал в нем, что если вам не интересно узнать обо мне ничего, то в принципе не звоните мне, не пишите, не надо. Вы ничего обо мне не знаете. Мы оба потратим время. Вы свое и мое потратите. Узнайте меня получше. Если вас не тянет меня узнать, это тоже сигнал. У вас нету времени, ну а что а тогда знакомиться? Ну, привет-привет сказать. И вот когда мне вот такое присылали, я говорю, я стал понимать тогда и задумываться о том, что человек... Я, кстати, слышал, что многие говорили, когда лично вот общаешься, было и такое, хорошо, вот еще третий получается. Человек меня как бы мне цитировал, как говорит, слушай, я вот там послушал, то и то я с тобой согласен. Он цитирует меня, влагает в это другой смысл, и говорит, да, спасибо тебе. Я говорю, я не это говорил, я не это сюда вложил. Ты меня не понял, я ему говорю. Хотя, казалось бы, он меня процитировал. Он целиком посмотрел там, допустим, проповедь какую-то мою. Но говорит мне вывод, который он здесь сделал, не тот, который я хотел, чтобы сделал человек, прослушав мой, мою проповедь. Он меня не понял. Хотя я говорил. И мне кажется, то, что я говорю, и как я понимаю то, что я говорю, ну как я даже не знаю, какие-то обороты, что и вы также понимаете, как я думаю, желаю выразить свою мысль. А оказывается, нет. То, что я думаю, пытаюсь выразить, и как вы это восприняли у себя, это оказывается, это не факт, что там, где вы восприяли, вот тут ваша голова, это то, что через эту всю цепочку пройдя обратно, это то, что у меня нет. На основании этого, всего личностного опыта жизни, и из теории, узнанной когда-то, и из собственной практики. И вы, если после прослушивания этого ролика, моего видео, моего монолога, взглянете открытыми глазами на мир, вы поймете, что все вот эти, я говорю, я ничего сам не знаю, я передаю учение святых отцов. Ты не передаешь учение никаких святых отцов. Все, что ты говоришь, это ты говоришь. Только так, мои дорогие, я прошу прощения, когда я вот эту вот картинку добавил. У меня не снялась или что-то перещелкнулось на паузу. И все, что я говорил последние полчаса, не записалось. Вот, поэтому у меня дежавю. Если я сейчас буду пытаться говорить то, что я говорил, у меня будет каша в голове. Я буду думать, что я это уже говорил. Что, в смысле, это записано. Я это говорил, но это не записалось. Короче, ладно. Ролик тогда я хочу завершить. Ну, и потому что я уже не понимаю, где это остановилось, на каком я сказал, что я после этого говорил, я же не могу понять, на какой то минуте произошло. Ну ладно, ролик и так больше часа. Я, в принципе, общую мысль донес. Кратко скажу, что всех, кого вы увидите в интернете, я говорю: мне кажется, я вам не говорил, но если говорил, то значит повторюсь, потому что я не знаю, на каком месте прервался, точно остался ролик на паузе, запись моя на паузе всех, кого есть в интернете, все эти призывы глупые, никчемные, пустые, я говорю, о чтении предания там, это все пустое. Они сами этого не исполняют, как Иисус говорил, сотворите и научите. И других этому пустословию учат. Тем, что сами не делают и учат пустословию, соответственно, учат не учить и учить пустословию других. Это надо раз навсегда себе уяснить. Все, что они говорят, они говорят от себя. Надо это понять. Даже если он кем-то прикрывается. Тем, кем он прикрывается, кого он цитирует, нигде не давал ему права его цитировать и говорить, что это он так думает. Ты где-то прочитал, хорошо, ты так понял, но это ты так понял. Другой его прочитав, точно так же понял по-другому. Поэтому, во-первых, каждый, кто что-то говорит из нас, ответственность за каждое свое слово сам. Неважно, где он, у кого это, что он прочитал. Каждый должен сам лично познать истину, действительно, алчущим и жаждущим сердцем. У него не должно быть сомнений, что это истина по тем вопросам, по которым он говорит, потому что Бог открывает каждому человеку, что есть истина. Тогда он должен по ней жить и уже своей жизнью проповедовать, но еще от избытка сердца и жизни заговорят уста. Поэтому все эти лукавые прикрывательства, я сам ничего не знаю, но говорю вам и учу святым отцам, когда вы меня, я думаю, сами познаете истину, вас будет отвращать даже такие слова. Вы перестанете слушать этих горе-проповедников. Если ты сам передаешь, что ты сам не испытал в этой жизни, чего ты сам не понял, прикрываешь только их авторитетами, Хотя ты именно. Раз ты это у них выдергиваешь и цитируешь, значит, тебе это нравится, значит, ты так думаешь, хотя у него может быть и другое. Значит, это только ты так подаешь, потому что у него чего только нету. Но ты подаешь то, что тебе нравится, то, что ты считаешь истиной. Вот это надо понять. Просто у меня вот эти вот лукавые прикрывательства, они, конечно же, возмущают. Это полный бред. Давят на авторитет люди и так у нас забитые, трусы, да, еще, еще их ломают и полностью в ничто превращают, да, ломают их волю целиком. Вот. Это все бред Полный, по полной программе. Да? Я говорю, я надеюсь, где я своим, от своего опыта рассказывал, это все записалось, где я говорил, что меня слушали, слушают, мне сбрасывают, говорят, это вот ты, вот очень вы похожи, а я слушаю, говорю, нет, это не я. По-моему, я надеюсь, я вам рассказал, то сейчас повторяться буду. Я говорю, жалко ролика, бар, ну, не записал. Бывает такое, я вот тыку все время на эту паузу или на микрофон. Когда там заставка идет, может микрофон быть не, вы... не включенным. Пауза вот теперь, хотя у меня такой впервые. Ну, может, мышка еще раз дернула, и пауза опять включилась. Вот. Где я говорил, что... Меня узнают потом, да, через некоторое время. Один ролик посмотрел, вроде согласен. но мне пишет, брат, друг, там все. Нет, потом второй, третий или через год его что-то не устраивает, да. Вот. Так что я вот такую, я говорю, себе сделал даже, я говорю, не знаю уж, показал я вам, по-моему, показал, да, канал. И вот такой у меня есть мой пост, пост личный. Я сделал. Узнаете меня получше, потому что я могу оказаться не тем, кем вы меня представляете, а тем, кто есть на самом деле. Вот. Я рассказал про свой плейлист, где я рассказываю, да, что надо сначала узнать человека. Вот. Это очень важно. Как он жил, чему всему говорит, по основным понятиям. Да? Вот. А все эти, кто тычет, все это вот, ерунда. И предание, я уже сказал. да, Я вот не знаю, рассказал я. Нет, не повторяться неохота, потому что я же его не буду переслушать. Я его склею. Вот эти две части сейчас, которые порвалась у меня. Вот. Я, по-моему, рассказал, что заходя на любой сайт того же самого РПЦ, да, по какому-то вопросу, вы видите безликий текст. Что такое РПЦ? Как организация? Как государство? Безликое. Кто виноват? Кто прав? Ничего концов не найдешь. Кто является голосом этой РПЦ? То патриарх, кто является, то не является. Папа римский, то является, у кого не является. Для каждого христианина, у каждого свое мнение. Для кого-то является, для кого-то нет. Какой-нибудь по связи с общественным митрополит. То является, то не является, то что-нибудь сбрякнет, от него план попов открещиваются. Это не голос церкви. У нас соборная церковь. Что такое соборная церковь? У вас то одно соборное, то другое, то третье. У вас есть правила друг другу противоречащие. У вас полно правил, которые вы сами не исполняете, если это заповедь для вас обряда. Чего вы не исполняете постановление всех ваших соборов? Мне интересно. Вы же не исполняете. Вы знаете, они не исполняются вами же самими. Вот. Что такое предание? Кто его может физически изучить? Кто может? Кто может говорить, это мы передаем учение святых отцов? Кто из вас читал хотя бы целиком трех ваших великих святителей? Кто? Покажите мне пальцем, кто прочитал целиком от корки до корки 12 томов Иоанна Златоуста, Василия Великого, все, все, все собрание сочинений и Григория Богослова. Покажите мне этого человека. Я не знаю, как его протестировать на правду. Ну, разве что на детекторе лжи, кстати, да, есть мирской инструмент хороший. Вот. А так пусть он просто сам от, от совести своей скажет, если она у него есть на Библии поклянется. Во, так, так, наверное, христианин, да? Вот. Но настоящий христианин ни на чем клясться не надо, как Господь сказал. Он просто будет говорить то, что да, да, нет, нет. Я знаю, таких не будет. Простые подсчеты, которые я вам показал, свидетельство о том, что это невозможно. Если вы даже... Причем, если вы начнете... Что это за три святителя? До них еще добраться надо. Первый век. Ну хорошо, если Василий первый век, во второй. Ну может быть. Все. Третий век вы умрете мы с вами посмотрели. Три святителя – это только три великих святителя. Третий век, с третьего по шестой – все, вы дальше не двинетесь никогда. Я, собственно, опыт показывал, я сам пошел, попытался по макушкам, и то, даже идя по макушкам сверху вот так вниз, далеко ты все равно не уйдешь. Потому что вот именно у этих макушечников вы посмотрите сколько. Я вам трех только показал. А если еще, ну в том ролике, вы помните, я даже взял разные века и показал по этим макушечникам, и там, там не семь числа. Жалко, не записано. Я, по-моему, про Серафим Саровского сказал, это, по-моему, не, не, записалось, да? Вот. Про его жизнь. Посмотрите, что написано о Серафиме Саровском в каноническом житии и в полном развернутом. Там какой-то психованный дедушка. Что я должен брать за основание? И что такое, я говорю, вы передаете опыт святых отцов? Кто из вас это читал, что передавать? Нет. Я лишь полагаюсь на это новое лживое учение, на этом все, я говорю, потому что мне жалко, ролик на паузе был. Я не знаю, что я сказал, что вошло в запись, что нет. Я хочу закончить. Закончить я хочу истины, которая настолько проста. Никаких преданий не надо. Вот таких талмудов. Заповедь от начала, которая была дана человеку, человеку, первозданному, созданному в раю, ни мужчине, ни женщине, человеку, бесполному существу возделывать себя, возрастать в любви и сохранять это. Собирать сокровища, наполняться, наполняться, наполняться и наполняться. И не вкушать зла. Не прикасаться, не срывать плодов с древа познания лже-добра и самого настоящего зла. Все то же осталось на протяжении всей истории Ветхого Завета. Уклоняйся от зла и твори благо. Ищи, стремись к миру и обретешь его. Иисус Христос, Новый Завет. Все то же самое. Заповедь новую, которая была от начала, снова даю вам. Поступай с ближним так, Ближние это все вокруг. Люди, животные, природа, бесы, ангелы. Как хочешь, чтобы поступали с тобой. В этом весь закон, все пророки и вся суть бытия. Что говорит апостол Павел, заканчиваем новейшим заветом, преданием. Все предание в одном слове у апостола Павла, у Иакова апостола почему-то уместилось. У Петра апостола, у Иоанна богослова. Люби ближнего твоего. Все, кто меня окружает, все. Природа, животные, люди. Как самого себя. В этом закон и пророки, говорит апостол Павел. Апостол Акова говорит, закон царский по Писанию. Закон царский по Писанию. Люби ближнего твоего, как самого себя. Петр говорит, вся суть веры в том, что в вере в Свои через цепочку в вере покажите добродетель, в добродетели, терпение в терпении упования, на воздаяние в этом уповании надежду, в этой надежде братолюбие, в братолюбие любовь. Покажите в вере вашей любовь. Таким образом откроется вам свободный вход в Небесное Царство Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Ян Богослов говорит, а заповедь его то одна. Чтобы мы веровали во имя, это Бог, он говорит, заповедь, во имя Иисуса Христа и любили друг друга. А уже когда говорит от имени Иисуса, а от Него мы слышали, чтобы мы любили друг друга. Все. Какое предание вам еще нужно? Я вам перечислил первую главу книги Бытия. Весь Ветхий Завет, как Иисус образно сказал, вам сказано древним, люби ближнего и ненавидь врага своего. Он не на конкретное место цитировал. Весь Ветхий Завет, все, что из него доброго можно взять, это вот этот вот, вот эта вот мысль. Жалко, ей никто не следовал. Уклоняйся от зла, делай благо. Это то же самое, только перевернуто, что было в раю, потому что Бог плохому не учит. Потому что это уже слова человеческие в Ветхом Завете, а там слова Божьи. Бог учил хорошему, возделывай и храни, созидай себя в любви и все это копи, не растранжируй и не прикасайся к злу, к древу познания лже, добра и зла. Уклоняйся от зла теперь наоборот, потому что все грешники, уже люди грешные так говорили, уклоняйся от зла и делай благо. Таким образом будешь стремиться к миру, к благу, к истине, к счастью и достигнешь его. Иисус Христос говорит, Поступай с ближним так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, с окружающими. В этом весь закон и все пророки. Павел, Петр, Иоанн, Яков говорили одном, что весь закон царский по Писанию. Любить ближнего своего, как самого себя. Какое вам еще нужно предание? Это так сложно понять. Один простой закон. Один. Один. Одна заповедь. Поступать с миром тебя окружающим, живым, неживым, и созидать вокруг себя то, что ты хочешь, чтобы ждало тебя вечности и всегда вокруг тебя было. С сегодняшнего дня и веки вечные. И, соответственно, чтобы тебя такие люди окружали, так ты сам таким сначала стань, чтобы попасть в такое вот окружение. Тебе же волком никто в загон Иисус не пустит, добрый пастырь, никаких волков ковечкам не пустит. Если вы убиваете животных, вы не будете там с теми, кто их не убивает. Вас туда добрый пастырь не пустит. Только дурак, а не добрый пастырь, волка пустит в овечье стадо, в загон причем, из которого выбежать даже овца не может. Вы вообще думаете, о чем вы говорите? Господь говорил притчу о богаче и нищим. Оттуда сюда не переходит. Еще что надо? Какое предание надо? Я даже не знаю, на чем закончить. Молчание. Что еще нужно прибавить? у Иисуса почему-то истина всегда умещалась. Просто с разных сторон чуть-чуть там, да, такая притча все пытался. Плюс это заповедь одна, а дел много у любви, конечно. Ее проявлений любви очень много. Мы можем и чашку чая сварить, и плетом укрыть, и помыть, и поцеловать, и погладить. Чем мы только не можем делать? У любви много дел. но заповедь одна. Почему-то заповедь истина вмещалась в одно предложение у всех, познавших истину. У всех, кто не познал, им нужно было от 1 до 12 томов.